Сегодня в Чебоксары приехали специалисты с атомных электростанций страны. Два дня в столице республики будет проходить первый форум «Чебоксары. Центр наукоемкого машиностроения России». Собрать атомщиков на форум предложили в Чебоксарском электроаппаратном заводе. Минэкономразвитие Чувашии поддержало эту идею. Республике нужны атомщики. Ну а им, в свою очередь, интересны электроаппаратчики. Где искать точки соприкосновения? Далее в репортаже. Участников форума первым делом пригласили на Чебоксарский электроаппаратный завод. Некоторые помнят и знают его особенно хорошо с советских времен. До 90-х годов электроаппаратчики поставляли свое оборудование на атомные электростанции страны. Работавшие на АЭС во времена СССР говорили, что хотели увидеть предприятие спустя годы и были приятно удивлены. Завод преобразился, производство смогли сохранить и развивают его. Разработки, интересные специалистам АЭС, сегодня презентовали на предприятии. На сегодняшний день у нас собрались, приехали в республику представители практически всех атомных электростанций России, представители всех проектных институтов России, которые занимаются проектированием атомных электростанций, представители самого Росатома. И наша задача показать достижения завода, республики, что мы можем для атомной промышленности поставить. Мы надеемся, что по результатам вот этого форума явится дальнейшее развитие и увеличение объемов продаж для атомной энергетики. АЭС требуется современное оборудование, такие экскурсии и форумы, как смотрины. Республика также сильно заинтересована в таких крупных партнерах. Экономика завязана на инвестиционных программах и предпочтениях АЭС. Об этом уже в приветственном слове говорил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Алексей Табаков. Именно поэтому в 2011 году Чувашия заключила соглашение со стратегическим партнером – госкорпорацией «Росатом». На основе этого документа идет большой объем товарами и обмен научными разработками. Сотрудничество со стратегическими партнерами фактически формирует 60% от общегодового объема реализованной продукции нашими предприятиями. Поэтому здесь доля таких больших организаций, в том числе как и Росатом, очень велика. И, безусловно, очень приятно, что не только мы, но и сами предприятия, а в данном случае это электроаппаратный завод, выступает с инициативой по контактам на территории Чувашской Республики с этими стратегическими партнерами. При этом я очень рад приезду столь внушительной и огромной делегации. Делегации не просто Росатома, а специалистов Росатома. Это главные инженера, конструктора, то есть те, от деятельности которых зависит и безопасность атомных станций. Но с нашей точки зрения, это, конечно, зависит решение о том, какое оборудование будет применяться для безопасной деятельности этих атомных станций. Форум продлится два дня. На этой площадке чебоксарские электроаппаратчики продолжат знакомить приезжих со своими разработками, а также вместе с остальными будут обсуждать острые вопросы. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.